Одеської академії відвідав американський ілюзіоніст Брок Гіл. Він протягом багатьох років вражає глядачів своїм унікальним сценічним шоу, розумом і приголомшливими думками. Насправді Брок ще є каскадером, приймав участь у багатьох зйомках. Ми багатьох бачили в нашому університеті і багатьох відомих артистів, і політичних діячів самого високого рівня. Ну от ілюзіоніста такого світового масштабу ми вперше зустрічаємо. Брюк Гиль, известный иллюзионист, он снимался в нескольких документальных фильмах. Один из самых востребованных и самых известных фильмов «Чудеса Иисуса». Это тот человек, который, вот, выступая здесь, в нашем зале, показывает действительно чудеса. Знаете, наши студенты заслуживают, чтобы они имели возможность вот воочию увидеть известного ілюзіоніста Сполучених Штатів Америки. Ілюзіоніст спочатку зустрівся з президентом юракадемії. Йому вручили почесну медаль із зображенням університету, яку спеціально для вишу виготовив Національний банк України. Ілюзіоніст дізнався про історію створення вузу та був дійсно найвражений. I just discovered that he has been here from the beginning at this university and has built this from the ground up. That's phenomenal. It was very inspiring. We talked about the ideas of purpose and calling, and he truly has purpose and calling, and he's living that out. Студентам презентували ціле шоу ілюзій. Ножі під паперовими стаканчиками та номери з картами запам'яталися студентам найбільше. Окрім того, ілюзіоніст виголосив невелику промову, яка надихнула студентів на нові звершення. Одну любую карту вибери. You can take the top, bottom, anything in between, it doesn't matter. Да, верхню, посередині, что-то между ними, неважно. I would like to turn my back so that you can show it to everyone. Я сейчас отвернусь, чтобы ты показала свою карту всем остальным в зале. And it's okay. But take the card and put it right here in the middle. Итак, я положу карту сейчас посреди колоды. I will try to mix those cards. Я попытаюсь сейчас размешать колоду одной рукой. But what you want to see, Sasha, но то, что ты хочешь увидеть, Саша, is for me to find your card. Это чтобы я нашел твою карту. Вот. Это она? Да. Эмоции от шоу невероятные, не сколько от фокусов, даже сколько от того, что говорит этот человек, потому что он вдохновляет реально на какие-то безумные цели просто. Я тоже стараюсь развивать себя в том направлении, чтобы помогать людям, а не просто работать на свой успех личный. И я, наверное, даже у меня был какой-то ступор от того, что он говорит, потому что это было очень приятно, что наш единомышленник, который еще при этом очень талантлив. Після шоу серед глядачів провели розіграш подарунків. Євгенія зізнається, виграла вперше в житті. Кстати, это первый раз, когда я что-либо в жизни своей выиграла. Это было очень неожиданно. Насчет впечатлений, это было на самом деле прекрасно. Я чувствовала, как мой мозг потихоньку ломается, но это было круто. Ты просто сидишь, ты не понимаешь, как это вообще происходит. То есть впечатления нереальные. Для Брука Одеська юридична академія ще раз дивування. Адже артист побував в Україні вперше і навіть не здогадувався, що тут є вузи такого масштабу.